Друзья, приветствую на канале BetGames. Давно, очень давно не было BetWinner. Так давно, что я уже даже не помню, когда снимал последний раз ролики в этой БК. Но решил проверить здесь Fruit Blast. Перекинул бабки с Малбета. Все, что выиграл, 25 тысяч на разгончик. Надеюсь, получится поднять. 1000 рублей первая ставочка. Сразу же какой-то идет, ну, неприятный слив. Быстрый, такой... Неприятный, как ни крути. Больше никак об этом не сказать. Но лимончики плюсом подогреваем. Отлично, к F3 сразу залетает. Тут главное собрать, я думаю, многие понимают, что вишни к F1 дают. Но мы уже подняли 3000, 2000 с второй ставки. Грубо говоря, окупились и вышли в небольшой такой плюс. Ну, естественно, сразу же из него вышли. Не беда, 2000 грузим. Так, ну можно, кстати, попробовать гем с Одиссей сразу же после или во время, потому что, ну, как-то здесь все тухловато, а я уже, да, маленько посливал. Давайте зайдем в гем с Одиссей, попробуем сыграть. Ставка в 1000 рублей, нет, в 400 рублей, 1400 рублей, так как они у нас появились лишние. Такие неприятные, мне не нравятся такие суммы, не круглые, так сказать. Вообще, вообще никак не идет. 2800 поставим. Слив за сливом. Интересно. Ладно, помнится мне, если рискнуть, то можно что-то поймать. Давайте рискнем на 5200 от банка. 19 тысяч. Не хватает. Отлично, хватает на коэффициент 1. Ребята, хватает на коэффициент 5. Коэффициент 6 мы в итоге набрали, 31200. 31200 со ставки просто в 5200. 5200 осталось, их поставим. Рискнул добротно, очень добротно. Сразу же убираем, КФ1 получаем. Вот мне нравится. Убираем зеленые кристаллы, в принципе, ничего здесь не поменяется. Да, КФ1, но сумма ставки велика, пробуем еще раз. Так, что здесь делать? Как здесь быть? Ну, убираем розовый, потому что, сами понимаете. Ребята, сколько кристаллов? Сколько кристаллов? Коэффициент 5 на 5200. Сейчас 31 тысяча, 30, 20, 26 тысяч сразу. 66 канабалики, ребята. Ребятушки, вот это занос. Давно не был, респектую. Огромное спасибо. Мне все нравится. 64 тысячи на балансе. Наверное, стоит остановиться. Но нет, нет, я хочу поднять сотку, так как просто сейчас без денег. Надо поднять побольше бабок. Убираем здесь. Убираем тут. Безвыходняк сразу же получается. Мы не получим здесь ничего. А, нет, КФ1 получили. Одного кристалла не хватило до коэффициента 5 снова. 4000 ставим. 60 рублей на балике. Если убрать здесь, то, ну да, тут безвыходняк, к сожалению, безвыходняк. Да ладно. Это я 4000 ставил, КФ5 уже есть, КФ... Убираем здесь. КФ... КФ1 будет, ребята, КФ1 есть. КФ6 плюс... КФ05 добавляется. 6,5, ребят. 86 тысяч на балансе с 25. Вот это поперло. Я уже не знаю, что думать. Надеюсь, все пройдет гладко и не будет более каких-то поражений, потому что, ну, надо. Надо денег. Так. 4000. Давайте еще раз 4000 поставим, поскольку игра идет на эту сумму. Может быть, какая-то магия в ней присутствует сегодня. Сколько зеленых кристаллов? Ну, чувствую, уже начинается такой эффект, что мы не выиграем дальше. Убираю здесь, они редко приезжают редко, а вот то, что приехало, уже надо. Чтобы склеить эти кристаллы, надо брать сначала зеленые. Ну да, в принципе, я не ошибся. КФ5, ребята, КФ1 есть, КФ5 доехал, это вообще что за приколы? Походу, гем с Одиссей просто начинает давать везде. Конечно, не всегда, но в перспективе и на долгом возвращении в что-то или на новом аккаунте это уже не раз практикуется. 92 тысячи, ребят. 92 тысячи. Я думаю, все-таки на этом стоит остановиться. Немножко выдохнуть и дальше попробовать в других БК поиграть. Нужно будет бабки вывести.
Ну, а всем вам желаю удачных ставок и до новых встреч. Всем пока.